Конструкция станции проводилась без остановки движения по действующим путям. Был построен подземный пешеходный переход площадью 1260 квадратных метров, оборудован кассами, лифтами, эскалаторами. Также построены две новые пассажирские платформы с навесами во всю длину, обустроенные навигацией как статической, так и динамической. Также завершается строительство нового крытого пешеходного надземного перехода со стеклянными фасадами длиной 55 метров. Кроме того, в завершающей стадии строительства находится путепроводная развязка длиной 750 метров, которая позволит безостановочно проезжать участок, ранее обустроенный железнодорожным переездом. Станция «Лесной городок» войдет в будущий маршрут движения МЦД-4, соединяющий киевские и горьковские направления Московской железной дороги.